Всем привет, друзья, это Руф, и закончился этот ивент «Тройная угроза», награда уже пришла, мы заняли 40-е место в этом рейтинге, довольно-таки неплохо, награда за эту позицию это кристалл 3 звезды Астротрейна и 6000 искры, участники острелялись вот так. Груви, как всегда, просто безумные очки набрал. Вонит, Девастатор, Усмирилитель, Лорд, Магадан, Берс. Ну, в общем, все. Все просто отлично отстрелялись. Как можно заметить, что последний наш участник набрал 8000 очков. Это с учетом того, что он в предыдущем альянсе еще оставил немало. И довольно новый игрок это. Отлично, все отлично стрелялись. Потом, поэтому хочу вместе с вами открыть этот кристалл. Вот он. Астротрейн 3 звезды. Go. Вот такой вот красавчик. Давайте посмотрю его статистику. Где он там? Вот ты. Ну, его обилка. Вот это вот медика очень, наверное, подойдет для работы с Dead Endом или Дезаразом, потому что он летит и лечит по всей карте. Ему у него нет радиуса этой обилки. Поэтому это очень и очень хорошо. Вторая его обилка тоже мы пробовали в тестовом режиме. Довольно-таки неплохая. Так, где ты тут? Вот ты. Ну, лично мое мнение, что в этот раз опять десовский бот намного круче выглядит, нежели автоботский. Вот такой вот самолетик. И вот такой вот поезд. Я думаю, сойдет. Так, тут друзья спрашивали, какие у меня боты сейчас. Вот я по-быстренькому пробежусь по своих четырехзвездочных. Вот Мегатрон, Дайвбомб, Броул. Очень легко у меня качается Свиндл. У него обилка подходящая, если здания очень кучно стоят. Лонгхолл ушел на 6 дней в лабораторию. Это мой последний четырехзвездочный бот. В общем, как-то так. Все, спасибо всем русским братьям за этот ивент. Отлично отстрелялись. До новых встреч. Пока.